Желающих задать вопрос было много, поэтому по инициативе первого заместителя главы города Мугдина Чурмита встречи с жителями будут проводиться теперь регулярно. Я пришла, конечно, по проблемам и своих инвалидов, и, собственно, микрорайона Бытхов, в котором я живу уже много лет. Меня это, конечно, глубоко волнует. И вот сегодня мы будем решать здесь кое-какие вопросы. Речь шла и о благоустройстве Бытхи. Жители хотели бы видеть свой микрорайон чистым, но никто не следит даже за теми детскими площадками, которые были год назад обустроены на средства депутатов. Мугдин Чурмит отметил, у любого объекта должен быть хозяин. Лавочки разграблены. Значит, несмотря на то, что ограждение есть, и, казалось бы, доступ не каждому есть. Но, тем не менее, лавочки разграблены, пивные бутылки валяются семечками налузгано. Поэтому давайте так договоримся. Мы делаем площадки и спортивные, и детские. Тогда, когда будем понимать, что есть вот такой вот управляющий домом или вот такая управляющая компания, которой мы вручим эту детскую площадку, и она будет за нее отвечать. Поговорили и о мусоре. Контейнерные площадки будут теперь находиться не на проезжей части, а во дворах жилых домов. Сделано это для того, чтобы в баке для бытовых отходов посторонние люди, в том числе недобросовестные предприниматели, не сваливали строительный мусор. Его необходимо вывозить отдельно, соответственно, и оплачивать дополнительно. А с мусором на придомовых территориях жителям предложили начать борьбу уже в следующую субботу. В Сочи 24 декабря состоится общегородской субботник.